очевидно, воскресенье будет сложнее матч. Безусловно, по составу Черкасы они на подъеме после двух уверенных побед дома над Одессой и над Химиком. Тоже просматривали эти игры и очень сильно выглядят они на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что легких игр не будет. По нашей команде какая ситуация по физическому форме и игроков, и по травмам? На сегодняшний день все живы и здоровы, удалось остановить их после тяжелого выезда. Мы готовы.